ребята дыртами. Чем? Ну, знаете ли, Сан Ильич, я не ясновидящий. Смотрите, что это? Карта. Кто-то ему ее послал. Как в пиратских романах. Вы читали? Черная метка. Послали предупредить. Убили. Доброе утро, господа. Ну, то есть, если, конечно, так можно выразиться. Знаете ли, каждую минуту на земле рождается 8 человек. Только 5 умирает. Так что вполне себе доброе утро. Кто он? Неизвестно. Вы раньше его не встречали? Нет. Он умер своей смертью? Боюсь, что нет. А когда это произошло? Я полагаю, где-то ночью, но сейчас точно сказать не могу. Вы кто? Я тебя иду искать. Я ничего не слышал. А ты? А, нет, ничего. Ну, что здесь? У него гортань перебита. Вот, предупредительный знак найден у него в кармане. Этот человек поляк. Как вы это определили? Потом. Ищите поляков по всему городу. Все, кто прибыл из этого Привислинского края. Не будем мешать. Я только скажу пару слов Якову Платоновичу. Что-то случилось? Нет, я сейчас. Господа. Что-то хотели сказать? Мне кажется, здесь замешана ваша знакомая. Почему вы так решили? Я так чувствую. Доктор, распорядитесь, чтобы... Забрали тело. Антон Андреевич, а вы опросите всех дворников и соседей из ближайших домов. Кстати, Яков Платонович, вы внимание обратите на него. На ботинках глина. Не только глина. Лунник оживающий. Лунария радивива. То есть, смею предположить, что убитый гулял где-то в лиственных лесах до этого. Вот где они и произрастают. Ну да, конечно. Ходил... Собирал гербарий. Постоялые дворы. Осмотрите. Трогай. Далеко собралась? Пройдусь. К Штольману? Почему к Штольману? Я видела, как вы разговаривали. И что? А то, что как только кого-нибудь убьют, ты тут же бежишь к Штольману. Без тебя никак не обойтись. Мама, я не понимаю твоего тона и не понимаю, почему я должна оправдываться. Анна, у меня нет больше возможности терпеть твои отношения с этим господином. Да нет у меня никаких отношений с этим господином, и тебе это доподлинно известно. Что мне известно? Ты мне говоришь, что вы с ним не разговариваете, но стоит появиться мертвецу, как вы тут же к нему слетаетесь, как два стервятника. Мама! Что? Что? Маша, ну в самом деле, вот
Это вы сейчас действительно через край, Мария Тимофеевна. Я не желаю больше это слушать. Анна, ну ведь в самом деле, ты же не к нему, правда? Я иду к князю с Элис повидаться. Еще и это Элис. Хрен редьки не слаще! Это не дом. Не дом, это застенок инквизиции какой-то. Вот что. Извольте выбирать выражение, Петр Иванович. Вы также живете в этом застенке. Маша, я постоянно слышу Маша. Ну скажи мне уже хоть что-нибудь. Амазонка. Анель, погоди. Ты же не против, если я составлю тебе компанию? На днях князь приглашал зайти по соседке, но я решил. Что, тоже боишься, что я к Штольману пойду? Я? Нет. Вовсе нет, отнюдь. Ты взрослый человек. Сама решаешь, кому ходить, кому нет. Ну ты ведь пойдешь к Штольману, да? Господи! Это не праздное любопытство, просто ты ведь там что-то видел? Да. Тело нашли возле дома Мироновых. Как он там оказался? Ну, видимо, он пробежал еще сотню шагов после удара, а потом упал. Но я уже этого не видел, было темно. Как это вышло? Вы же опытный человек. Их было четверо. Они вскочили на подножки с двух сторон. Двое сразу сбросили меня на землю, а двое других угнали пролетку с Ниной Аркадьевной. Потом те двое, которые остались со мной, разбежались в разные стороны. И, как мы теперь уже знаем, один недалеко. Найдите ее. Поезжайте в город и поговорите с людьми. Подкупите шпану, не жалейте денег. Ну, не мне вас учить. Я понял. Госпожа Нежинская у себя? Не знаю. Сегодня я ее еще не видел. Простите, вы не видели госпожу Нежинскую? Вчера, днем. Она ночевала? Нет, не видела с того времени. Вчера она выходила из номера? Да. Одна? Одна. Благодарю. Мистер Штольман!
Здравствуйте. День добрый, мистер Браун. Вы быть у Нины Аркадьевны? Да, но ее нет в номере. Я ждать ее здесь полчас. Мы договариваться. Ее нет. Опаздывает Уиман? Yes, woman. Я принес ей книгу. Я редко бывать город. Это моя книга «Химия». Я ее сочинять, чтобы все любить химию. Царица наук. Нина Аркадьевна интересуется химией? Да, очень. Она просила меня дать ей этот книга. Может быть, она еще и уроки у вас брать будет? Да, уроки. Я скоро давать ей уроки. Интересно будет взглянуть. Вы передайте книгу через портье. Thank you. Оставьте его на сегодня, а я буду ждать на квартире. Слушаюсь. Петр Иванович, Анна Викторовна, рад вас видеть. Кирилл Владимирович, вот, внял вашему призыву, зашел по-соседски. И это очень хорошо. Я сейчас распоряжусь подать кофе. Сигару? Не откажусь от сигары. Вы очаровательны в этой шляпке. И коньячку. С утра? Конечно. Не откажусь. Именно с утра. Это особенно приятно. Ну что ж, будем здоровы. За здоровье. Ну, как поживает семейство Мироновых? Семейство, слава богу. Благодарствуйте, слава богу. Кирилл Владимирович, а давно ли вы виделись с Ниной Аркадьевной? Вчера. Она была у меня. Если честно, я обеспокоена. Мне кажется, что она в опасности. А что вы имеете в виду? Сегодня утром возле нашего дома нашли мертвого человека, и я видела кое-что. И мне кажется, что лучше к ней в гостиницу послать. А я уже послал. Я надеюсь, она в добром здравии. Благодарю вас. Нет, это я вас благодарю. Анна, можно вас на два слова? Да, разумеется. Дядя. Петр Иванович, прошу прощения, вы пожалуйста, угощайтесь. Я видела, что в момент смерти того господина Нина Аркадьевна Нижинская находилась рядом с ним. Я тоже должен вам признаться, вчера, когда Нина Аркадьевна покинула мой дом, на нее было совершено нападение. Она похищена. Я даже не знаю, где она теперь. Боже мой. Я, конечно, не стала распространяться при вашем дядюшке, при всем уважении. Нет, подождите, но нужно же что-то делать. Нужно в полицию заявить. Это дело деликатного свойства. Тут надо действовать осторожно. Но она же в опасности. Да, но я хотел бы прояснить ситуацию своими силами. Потом ваш Штольман, я не думаю, что найдет ее вот так вот вдруг. Я не знаю. Анна, я уверяю вас, у меня гораздо больше возможностей. Скажите, а как вы чувствуете, она сейчас на этом свете? Нина Аркадьевна? Да. Да, она жива, я это чувствую. Ну, вот и хорошо. Стой! Стой, тебе говорят!
Как она? Как всегда. А обо мне спрашивала? Она ни о ком не спрашивает, вы же знаете. Элис. Элис, это я, Анна. Элис. А, вот ты где. Ну-ка, вылезай. Тебе пришли. Вставай, вставай, будь умной девочкой. Вставай, вставай, вставай. Ну, не трогайте ее, если ей так нравится. Мы ведь и так можем с ней поговорить. Ну, хорошо, я буду в коридоре. Здравствуй, дорогая. Ну, как ты? У меня сегодня целый день свободен. Мы можем весь день вместе провести. Сначала русским позанимаемся, а потом можем пойти гулять. Если ты хочешь. А знаешь, почему у меня целый день свободен? Поругалась с родными. Да. Иногда они бывают совершенно невыносимы. Просто несносны. Да, как-то она, Викторовна, сегодня напряжена. Так, еще бы с утра, выглянув в окно, увидеть у своего дома полицию, а затем еще и тело мертвое. Но ведь для Анны не впервой сталкиваться со смертью. Насколько я знаю, ей приходилось бывать в опасных ситуациях. Ну, это верно. Только к смерти привыкнуть невозможно. Даже если регулярно беседовать с душами умерших? Ну, это ведь отнюдь не праздная беседа. Всегда испытание. Всегда. Mm-hmm. А? С вас еще 2 рублика, милостивый государь. Извольте, извольте. Ну что ж, еще? Еще партийку? С удовольствием. С удовольствием. С удовольствием. Прошу. А это вам. Благодарю. А если подумать, то Анна Викторовна могла бы гораздо шире использовать свой дар. Прояснить многие тайны прошлого, просто поговорив с душами ушедших. Ну, например, спросить у духа Ивана Грозного, а куда он спрятал свою библиотеку? Или узнать у духа какого-нибудь фараона, а как, черт возьми, были построены эти пирамиды? Ну да, ну да, ну да. Соблазн, конечно, есть. Соблазн большой. Однако Анна Викторовна полагает, и полагает справедливо, что не стоит тревожить духов из праздного любопытства. Ну, это... А вы имеете какой-то определенный интерес? Да нет. Так, досужие рассуждения. Вуаля. Вуаля, милостивый государь, с вас еще 2 рублика. Пожалуйста. Так. Петр Иванович. Кирилл Владимирович. Извольте обождать. Их сиятельство вас примет. Забавная штуковина, не правда ли? Я приноровился птиц рассматривать в парке. Какие забавные истории между ними случаются, знаете.
Позвольте сразу к делу. Вам известно, где находится госпожа Нежинская? Нет. И есть основания полагать, что она похищена. А я точно знаю, что она похищена. Вот как? Вчера около полуночи Нина Аркадьевна вышла от меня, направляясь в гостиницу. Один из слуг сопровождал ее. Неизвестные напали на нее прямо за воротами и увезли. А почему же вы нам в полицию не сообщили? Так вот, сообщаю. Я вас жду все утро. Яков Платонович, я думал, вы придете, когда обнаружите тело. Нужно поговорить срочно с вашим слугой, но тот, который сопровождал Нину Аркадьевну. Боюсь, что это невозможно. Я его выгнал, и он уже уехал из города. А потом, что он вам может сообщить? Он не разглядел похитителей. Складно у вас все получается. Вы не получали подобного знака? Я? Нет, а что это? Нашли в кармане убитого, и я полагаю, что убил его ваш слуга. Да нет, он никого не убивал. У вас есть еще ко мне вопросы? Нет, но, полагаю, они у меня появятся. Я надеюсь на ваше содействие в поисках Нины Аркадьевны. Разумеется. А вы даже не спросили меня, известна ли мне причина похищения. А вам она известна? Нет. Но судя по тому, что вы не задали мне этого вопроса, она известна вам. И что же это все-таки за знак такой, Яков Платонович? Его ведь вам прислали. Анна Викторовна. Да. Нежинская похищена. Это уже установленный факт. Вы берегите себя. А я здесь при чем? Вы часто здесь бываете, и мой совет. Держитесь подальше от Лизы. Яков Платонович, вы же знаете, что я здесь бываю вовсе не ради князя. Да. Как она? Без изменений. Но мне кажется, что она меня слушает. А князь часто с ней разговаривает? С ней никто не разговаривает, только я. Но князь, он и так много для Элис сделал. Да. Вы торопитесь? Нет, то есть вы берегите себя. До свидания. Любезная полиция, у вас на постой поляков нет? Были-с. Да съехали. Когда? Утром. Сколько их было? Пятеро. Вчера въехали пятеро, а сегодня съехали четверо. То есть как? Вчера вечером вышли пятеро, а вернулись четверо. Так вчетвером и съехали. Благодарю. И вещи пятого забрали. А как звали пятого? Сейчас. Сейчас, он у нас в 15 номере проживал. Нет. О, Яцек Каплинский. Так он записался. Яцек Каплинский. А паспорт вы не проверили? У нас, ваше благородие, не совой. Как человек назвался, так и пишется. Ясно, ясно. Очень жаль. В городе появилась компания поляков. Пятеро из них жили в меблированных комнатах. Сегодня съехали. Вчера один из них ушел и не вернулся. Его зовут Яцек Каплинский. Местные уголовники их не знают, но отзываются уважительно. С чего это так?
Говорят, за ними стоит кто-то из варшавских воров. Как зовут? Мелкая сошка. Имени не знают. Только шепчутся по углам: поляки, поляки. Я раньше с этим сталкивался. У них такие знаки в ходу. Перечеркнутая карта — это предупреждение. Тоже предупрежден. Откуда это у вас? Я нашел у себя в кармане. Думаю, мне подбросили, когда я выходил из меблированных комнат. Точно, это они. Это что же? Мне знак? Да мне это знак, Антон Андреевич. Все дамы мне червовые — это Анна Викторовна. Почему? Потому что пиковая — это не женская. Зачем им не женская? Об убийстве тоже болтают. Но слухи самые невероятные. Не стоит внимания. Угу. Так, а где у нас мадемуазель Миронова? Ага. Ждите, я вас позову. Подай сюртук и позови сюда Анну Викторовну. Яков Платонович спрашивал, как ты. Ты же помнишь Якова Платоновича? Ох, мне бы так хотелось, чтобы он спросил так же обо мне. Ну, вот так же просто. Аня, как? Ну, Анна спрашивает. Нет, конечно, он очень беспокоится обо мне, очень. Но это все по долгу службы. Еще про князя спрашивают. Яков Платонович все время подозревает князя в каких-то хознях. Это ужасно забавно. И очень утомительно. Что случилось? А где же дядя? Выиграл у меня 10 рублей и поспешил откланяться. Уже известно имя убитого. Это Яцек Каплинский. Поляк? Яцек Каплинский. Прошу вас, помогите мне найти Нину. Оставьте меня ненадолго. Яцек Каплинский, явись. Яцек Каплинский, явись. Зря я ушел из леса. Нужно было остаться там. Там бы и сидел в лесу. Какой-то домишко, как старушка лесника такой. Старый, крыша замшелая. Там они, видимо, не женскую держат. Я распоряжусь, чтобы искали. Все-таки нужно сообщить в полицию. Я сообщу. Спасибо. Сидите. Когда Нежинская успела захомутать Брауна? Не было ничего такого. А они не виделись с того дня, как встречались вместе с вами? Я нашел письма у нее в номере от господина Брауна. Мы не можем перехватывать письма. С кем она встречалась в последние дни? Только с князем. А князь из дома не ногой. То есть новых лиц не появлялось? Никак нет. Нежинская пропала. Скажите,
вы где были сегодня ночью? Почему снято наблюдение с дома князя? Вы же сами изволили распорядиться, чтобы мы зря не мозолили глаза у князя, а больше дежурили на дороге к англичане. Ладно, следить за князем в оба. А вы займитесь поисками Нежинской. Вот знак польского шулера, Граховского, он в городе. Важная птица? Один из главных бандитов Варшавы. Вот что, поезжайте к дому князя, наблюдать и охранять Анну Викторовну. Анну Викторовну? Везде следовать за ней. Будет сделано. А вы ищите поляков по всему городу. Возможно, по их следу мы найдем место, где они прячут Нежинскую. За работу, господа! Армейские карты окрестностей. Лиственные леса на глинистой почве. Вот где нужно искать. Сегодня вечером карты привезут из штаба военного гарнизона. Это хорошо. То есть плохо. Здесь они уже должны быть. Виноват. Ну что, господа, кто похитил фрейлину и ее императорского величества, извольте доложить. Пока не установлено, Николай Васильевич. Но мы работаем, ваше высокоблагородие. Уже намечены пути. Пути? Я уж думал, вы мне укажете место, где ее держат. Ну, скорее всего, где-то в окрестностях города, может, в полуразрушенном здании. Там, где есть выход глины на поверхность лиственного леса. Лунария Радивива. Что? Великолепно. Лиственного леса. А вы уверены, что госпожа Нежинская еще жива? Уверен. Откуда такая уверенность? Сопоставление фактов и агентурных данных. Я лично займусь поисками, а вы за ночь подготовьте карты со всеми возможными районами. Будет сделано. Я завтра утром выверну наизнанку все окрестности, эти лиственные леса. А вы шуруйте здесь, в городе. Даю вам сутки, чтобы взять этих бандитов и обозначить место нахождения Нины Аркадьевны. Слушаюсь. Будет сделано. Я упьюсь этим запахом лиственного леса. Яков Платоныч, почему вы не сказали о польском следе? Ну, во-первых, это еще не проверено, а во-вторых, Трегубов наполовину поляк. Ваше высокоблагородие! Анна Викторовна. Что? Следуйте за мной. Куда вы меня ведете? Молчайте. В свое время узнаете. Ольгер! Ольгер, где ты? Ты в кого стрелять собрался? Свистеть надо. Договорились же. Открой клетку. Вот тебе еще одна птичка.
Анна Викторовна, Нина Аркадьевна, располагайтесь, заходите. У нас здесь очень даже сносно. Есть даже одеяло. Что-то не слышно здесь польской речи. А лица польские видны? Они что, как-то отличаются? Как увидите, сразу узнаете, Антон Андреевич. Это наши рожи. Значит, в лесу они сидят. Там пленницы прячут. Значит, напрасно мы шатаемся по кабакам. Так вы домой идите, Антон Андреевич. А вы? А я здесь посижу. Может, они сами ко мне подойдут? Да как же. Идите домой, Коробейников. Знаете, я вас одного не оставлю. Алмаз. Антон Андреевич, а вы с той барышней все еще встречаетесь? Барышней? Ну. Ах, да. Разумеется, мы играли с ней недавно на пианино в четыре руки. Ну так вот, слева и заходите. Не хочет. Да и не мудрено. Я сама до сих пор вздрагивала, как вспомнить этот ужас. Ага. Ну, здравствуйте, Голубыш. Если вы хотите находиться под кроватью, пожалуйста, я не буду вам мешать. Но просто тогда вы не узнаете, что я принес. Неужели вам не интересно это? Принес одну очень интересную вещь. И что вам даже не хочется узнать, что это такое? Это книжка про одну девочку. Девочку эту звали Элис. Вот послушайте. Элис was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and have nothing to do. Once or twice she had peeped into the book in which there is no pictures or conversation, thought Alice. А теперь я книгу закрыл и не прочитаю ни строчки, пока вы не вылезли из-под кровати. Ну вот, хорошо. Как вы себя чувствуете? Анна, что с Анной? Анна, все будет хорошо. Я уверен, ее найдут. Анна, очень страшно. Где Анна? Не волнуйтесь. Я вам выпишу успокоительное. Страшно. Он враг. Анна, враг. Нету, нету врагов здесь. Это он враг. Всем враг. Князь враг. Да что ж такое вы говорите, боже мой? Князь враг. Да князь вам друг. Князь вам самый, самый большой друг, поверьте мне. Это Анна мой друг. Я не хочу здесь. Я хочу в больнице.
Это князь украсть, Анна! Это князь украсть мой отец! Я ничего не знаю! Ничего не понимаю, ваше благородие! Ты же мне карту, эту даму червовую, подбросил! Ты думал, я тебя не узнаю? У меня глаз алмаз, Яков Платоныч. Какая дама? Я никакой дамы не знаю! Вот оно что. А мы уже в Варшаву отправили запрос о твоей личности. Так что задержишься у нас надолго. Да не виновен я ни в чем! Просто приехал в ваш город. Это преступление! Зачем приехал? Красиво здесь. Так красиво, что аж до Варшавы слава о нашей красоте докатилась, да? Еще бы. В Варшаве так прямо и говорят бывалые люди. Кто Затонска не видал, тот в Европе не бывал. Издевается, сволочь. Издевается! Карту мне подбросил и глумится над нами. Кто тебе велел даму подбросить? Отпущу, если скажешь. Не знаю я никакой дамы. Работайте, господа. Прекрасно. Кто таков? Карту мне подбросил бандитский знак. И не признается. Это по делу похищенных? Именно. Уверен, он к этому причастен. Не признается? Нет, ваше высокоблагородие. Созаупал. Очень жарко. Як ще пану у нас подобе? Любий пан співач? Я не співам. Вийдіть, господа. В глаза мені смотри. Сейчас ты у меня запоєш. Старая школа. Извольте ответить мне, сударь. Где моя дочь? Мы ее ищем. Ищите! Это из-за вас ее похитили. Виктор Иванович, возьмите себя в руки. Я делаю все, что мы ищем. Черта с два вы делаете! Сидите тут! Где полисмейстер? Занят. Что значит занят? Виктор Иванович, сходимся! Ну что? Продолжим! Работаем, работаем! Что вы хотели, Виктор Иванович? Я хотел выразить протест. По поводу нерешительных действий полиции. Прошу ко мне в кабинет, там поговорим. Прошу. Виноват. Ваше высокоблагородие, виноват. Рмургул! Шалун! На пост, тетеря! Молодой человек, готов к разговору. Работайте, господа, работайте. Где спрятаны похищенные? Я не знаю. Клянусь, не знаю. У нас разделение обязанностей. Я в городе на подхвате, а женщины где-то в лесу, но я там не был. Где Гроховский? Не знаю. Мне не докладывают, я маленький человек. Сейчас я тебя отпущу. Ты пойдешь и скажешь, что завтра в 12 часов я буду ждать Гроховского в трактире на Ярмарочной. Если он не придет, я буду его искать. Я найду его и убью. Так и передай. Отпустите. Пойдем. Шел.